Этот новый день с вами встречает программа «Утренний фреш». Я Влада Васильева. Рада приветствовать всех, кто собрался в этот час у экранов телевизоров. Сегодня среда, 7 октября. И в этом выпуске я расскажу о некоторых культурных событиях областного центра и познакомлю с другой полезной информацией. Не переключайтесь. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность. Днем небольшой дождь. Вероятность грозы 60%. Днем температура воздуха составит 18 градусов тепла. Ветер юго-восточного направления скоростью до 7 метров в секунду. «14 октября гомельчан ждет концерт вокального ансамбля «Камерата». За время своего существования заслуженный коллектив Республики Беларусь прошел путь от ансамбля, основанного на общих интересах участников, до профессионального коллектива. «Камерата» – это высочайший уровень исполнения и авторская музыка, которая вбирает в себя элементы многих известных стилей и направлений. Исполнительская манера музыкантов основана на использовании пения акапелла в сочетании с техникой микрофонного пения с одновременной обработкой голосов посредством электроники. Некоторые композиции не содержат ни единого слова. Это настоящие звуковые полотна, которые передают эмоции, а не песенный смысл. Организаторы обещают зрителям впечатление, будто перед ними выступает большой симфонический оркестр, поддержанный самыми экзотическими инструментами. Приходите 14 октября в городской центр культуры. Начало концерта в 19:00. В Гомеле открывается выставка под названием «Мои друзья». На ней работы живописца Сергея Коваля. Большая часть из них составляет серию, посвященную известным художникам Пабло Пикассо, Марко Шагалу и Амедео Модельяни и другие. В наивном творчестве Сергея Коваля каждый найдет знакомые места и образы, удивится игре фантазии и яркости цветовой мозаики, оценит оптимизм автора. Приходите в картинную галерею Гавриила Ващенко. Жители и гостей города Гомеля приглашают в ДК железнодорожников на балет в двух действиях Андрея Петрова «Сотворение мира». Хореограф и постановщик балета, народный артист СССР и Белоруссии, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Валентин Елизарьев. Зрителей ждет не просто изложение важных тезисов, а живая, яркая, многозначная образная реальность спектакля. Балет отзывается на важнейшую проблему современности и воспевает могущество человека и вечную силу материнства. Спектакль состоится 31 октября. Начало в 17:00. В картинной галерее Гаврила Ващенко завершается выставка «Земля и небо». Живописные работы Светланы Ноздрин-Плотницкой, создателя проекта, отражают ее авторское христианское мировоззрение. Ее произведение искусства находится в Национальном художественном музее Республики Беларусь, в Гомельском дворцово-парковом ансамбле и в частных коллекциях. Впервые на выставке будет представлен портрет матушки Манефы Гомельской, написанный по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана. У гостей областного центра еще есть возможность увидеть экспозицию до 8 октября. Спешите! Поговорим немного о здоровье. Если вы уже скучаете по лету, настроение на нуле, а кожа стала тусклой, возможно, все дело в нехватке витамина С. Как только температура за окном падает, наш организм это сразу замечает. К сожалению, наше тело не способно само вырабатывать витамин С, поэтому необходимо принимать его ежедневно. А это, например, есть больше продуктов с его высоким содержанием. Темнолистовых овощей, цитрусовых, томатов, перца, киви и черной смородины. А чтобы защитить кожу от воздействия мороза, стоит присмотреться к средствам с витамином С, который помогает телу восстановить поврежденные клетки и способствует здоровой регенерации. С
завтрак – это самая важная трапеза за весь день. Она поможет почувствовать себя лучше, зарядит энергией и настроит на продуктивный день. Завтрак должен быть полноценным, и это не просто чашка кофе и бутерброд. Здоровый, сбалансированный завтрак должен состоять из белков, медленных углеводов и полезных жиров. Идеальный завтрак – это каша. Она очищает кишечник и заряжает энергией. А также полезным будет на завтрак цельнозерновой хлеб, яйцо, творог или сырники. Поговорим о сегодняшних программах. В ближайшем выпуске ток-шоу главная тема, ведущий Александр Говейко и гости в студии будут говорить о вступительной гонке 2020, анализировать работу приемных комиссий, активность и подготовленность абитуриентов. Какие специальности жители региона видят перспективными? Что предлагает высшая школа и профтехобразование? Об этом и не только сегодня в 19:20 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». А по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20:25. Не упустите хорошую возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Далее рубрика «Есть вопрос». В этом выпуске адвокат Екатерина Плотникова расскажет об актуальных изменениях в брачно-семейном законодательстве. С 1 июля 2020 года наше законодательство претерпело ряд существенных изменений, которые в том числе затронули и брачно-семейную сферу. Если говорить об общих тенденциях изменения законодательства, то я бы сказала о том, что речь идет о предоставлении гражданам больше возможностей и каких-то правовых инструментов для мирного урегулирования споров, которые возникают в данной отрасли. Так, например, на сегодняшний день при обращении заявления в органы ЗАГСа, в суд с заявлением о расторжении брака, сотрудники органов ЗАГСа, либо суд разъяснит сторонам право на добровольное урегулирование всех споров в данной сфере, а также разъяснит право на встречу, информационную встречу с медиатором, который поможет урегулировать все правовые вопросы, которые могут возникнуть между сторонами. Отдельно закреплено положение, оно более четко прописано, о том, что все споры, касаемые раздела совместно нажитого имущества, должны быть рассмотрены в пределах срока исковой давности, который определяется в течение 3 лет с момента, когда лицо узнало, либо должно было узнать о нарушении своего права. При этом время расторжения брака к учету не принимается. Теперь соглашение о разделе совместно нажитого имущества, соглашение о детях, соглашение об оплате алиментов может быть заключено на любой стадии бракоразводного процесса, даже если стороны продолжают находиться в браке. Такие соглашения подлежат нотариальному удостоверению, могут быть изменены в процессе исполнения данного соглашения, и в случае, если какая-либо из сторон не исполняет, либо ненадлежащим образом исполняет те условия, которые прописали стороны в данных соглашениях, может быть выдан исполнительный лист, и стороны могут обратиться за принудительным исполнением данных соглашений. Отдельный блок изменений касается порядка определения размера алиментов. И здесь законодатель предусмотрел немного иные размеры и порядок определения размера алиментов в случае, если должником по взысканию алиментов выступает лицо, которое не имеет работы. На сегодняшний момент привязка идет у нас не к среднезаработной плате по стране, а в данной ситуации привязка будет к бюджету прожиточного минимума. И она устанавливается для неработающих граждан в размере 50% бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, 100% на двоих детей и 150% для взыскания алиментов на троих и более детей. Отдельно предусмотрена возможность взыскания алиментов на будущее. Данное положение может быть также определено в соглашении об оплате алиментов либо в соглашении о детях. Это был утренний фреш. Пусть вас окружают только позитивно настроенные люди. И тогда ничто не сможет испортить ваше хорошее настроение. Не переключайтесь.